Нет, стой, не бей мою подругу. Не испытывай меня, девочка, я пойду любое твое испытание. Ах, ты ж сука. Оставь ее в покое. Давай вдвоем его босым ночью. Свяжи их и брошь к остальным. Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы продолжаем играть в The Walking Dead. В прошлой серии было очень-очень напряжно. По моей вине там умер Элвин вроде бы, да еще одного застрелили. Короче, ну, полная жесть была. Короче, у нас Карвер этот, которого... такое, дерево. Карвер, короче, всех захватил нас. Вы там скоро? Да, секунду. Спасибо, что со мной пошла. Здесь страшно. Пописить, да? Все равно хорошо, что ты пошла. Ну, мы же друзья, мы же подружки, мы же вот это вот, вот это рядом, там, перекрестный огонь, там, перекрестная... Да так и есть. Ну, захочешь пописать, дай знаю, я тебя тоже посторожу. Ладно. Видишь, настоящая подруга. Вот пойдешь пописить, а мы типа, с тобой рядом перекрестным огнем, так сказать. Все нормально прошло, девочки. А тебе какое дело? Трис, ложи. Сделаю. Но мы уже в дороге. Выехали минут 30 назад. Пусть все приготовятся. Эмоции могут накаливаться. Конец. Связать. Если узнать, что вы тратили топливо на обогреватель, отправлю вас обратно пешком. Не, я себя все отморозил, как ты и велел. Слушать чужие разговоры невежливо. Тебе этого не научили? У меня была такая же рация. Что, правда? И что же с ней случилось? Об голову тебе. Да не твое дело, ясно? Это не твое дело. Нет, стой, не бей мою подругу. Не испытывай меня, девочка, я пойду любое твое испытание. Ах ты ж сука. Оставь ее в покое. Давай вдвоем его босым ночью. Свяжи их и брошь к остальным. Я задолбался в прошлый раз, когда я, короче, его озвучивал. У меня горло потом просто охеревало от его вот этого... голоса вот такого противного, такого прям как зомбаков. Представляешь, как он будет орать, когда он будет зомбак? Да задолбал, залезай. Еще и дал мне по роже, совсем охерел, сказал, не его дело это. Ребята, вы как? Черт, что он сделал? Эй, он тебе что-то сделал? Эй, эй! Он мне по роже дал, Кенни, отпизди его. Да надо ж такого, блядь. Я сказал, не его дело, у меня была рация, но не твое дело, что я с ней сделала, ясно? Совсем охерел бить меня. Ну, я ему отомщу, я ему тоже ударю разок. Когда вырасту, когда вот подрасту вот на сантиметра там 2-3, там, когда будем у него там сидеть. Он познает мой гнев. Так, всех, короче, подделали, этому рожу набили, той рожу набили. Это страх у него в глазах. Короче, все понятно. Люк вообще сбежал. Ну, надеюсь, он спасет, как бы. Люк, я не думаю, что он прям вот сбежал. Я думаю, он будет идти. Ага. А, кстати, мы же застрелили, короче, Элвина. Да я думал... Ладно, надо что-то делать. Давайте, у кого-нибудь что-нибудь острое есть? Что-нибудь? Надо эти веревки снять. Эй, Клем, помоги мне что-нибудь найти, чтобы освободиться. Любой острый предмет, чтобы разрезать. А что толку? Сейчас найдем. Например. В смысле, что именно? Что-то острое. Помочь мне что угодно. Блин, хотя бы не знаю, что угодно. Ты что, орешь на меня? Мы находимся в опасной ситуации. Тебе надо что-то делать. Угомонись, Кенни. Они все забрали. Нужно сохранять ясную голову. Он прав. Ты не знаешь Билла так, как знаем мы. Билл? Все время его звали Карвер. Карвер. А теперь, блин, он Билл? О, я понял, в чем дело. Вы все просто домой возвращаетесь, да? Вы что, что тут происходит? Повтори. Я бы в это не лез, мальчик. Уважаемый, а я не мальчик. Да, конечно, ты же мужчина.
Ты не понимаешь, он стал другим, стал хуже. Блин, ты о чем? Он хочет нас наказать. В каком смысле хуже? Блин, сейчас он просто психопат. У тебя нет ни малейшего представления, с чем мы имеем дело. О, представление мне еще на базе сложилось. Я не буду сидеть сложа руки и не допущу, чтобы что мне со всеми случилось с нами. Я помочь хочу. Уолтер наверняка ценил твою помощь. Так же, как и ты, Элвину помог. Это несправедливо. Ты винишь его за то, что сделал безумец. Я говорю о том, что независимо от намерений, у поспешных людей действий есть последствия. А он это ошибочно трактует как капитуляцию. Не знаю, что за хрен ты говоришь, но знаю, что это бред. Надо что-то делать. Кенни, его не урезонить. О, черт, нашел. Сядь. Ты нас всех погубишь. Вы все не понимаете, о чем говорите. Нам нахрен поставят клетку, как кучу собак. Да, ну ты же уже был. Так он был в плену. Я не прав. Надо что-то делать. Мы не можем сидеть сложа руки. Ну, по сути. Почему только ребенок сидит, видит, что здесь происходит? Клем, не вмешивайся в разговор взрослых. Неужели? Слышишь, разговор взрослых. За дверь будет камера, а с ним еще 10 человек. Ну-ка, деточка, все хорошо, все будет хорошо. В данный момент, пожалуй, Люк — наша единственная надежда. Если он собирается что-то сделать, то уже сделал бы. Кто знает, с чем он имеет дело. Там что угодно могу сказать. Я вам скажу, что случилось. Он нас бросил. Да не бросил он. Люк нам поможет. Да что ты, когда? Когда эти ушлепок нас всех убьет? Ты что такое? Эй, Клем, послушай. Ты охренел совсем на меня голос подымать? Я за тебя, а ты как это, говно. Тут рядом. Ладно, начнем. У нас есть валы, а что именно ты собираешься делать? А у них? Да я же первым увидел сукину сына, потом возьму его в пол, пристрелю из них следующего сукиного сына. Да сядь же. Заткнись, док, это не тебе решать. Слушай, если что-то случится, выручи, ладно? Не подвергайся опасности, но любая помощь пригодится. Ты мне развяжи руки, а? Эй, Клем, посмотри на меня. Ты же мне доверяешь, а? Кенни, пожалуйста, just Кенни, послушай. Просто выслушай их. Они его знают. А, хорошо, я тебе доверяю. Я сделаю, что смогу. Хорошо. Побаиваться нормально, но сделать это надо. Ну давай попробуем. Бля. Кенни, с тобой все в порядке? С ним все в порядке? Думаю, да. Обо что я ударился? Наверное, это к лучшему. Ну можно ж было, если он один открывает, то в принципе одному ему врезать, взять как бы этот и расстрелять всех. Можно ж было, по сути. Но с другой стороны, если их было бы двое, да хрен, черт, вот тормоза совсем не работают. А, их трое. Ладно, шевелись. Если их трое, то нет. Тут уже, конечно... Не, какого? Ты как раз руки развернул? А ну иди сюда. Что, будем пробовать? Сегодня мы снова видим знакомые лица. Как я понимаю, сейчас некоторые из вас не понимают, почему мы вернули этих людей, хотя они от нас сбежали. Кажется, я все понимаю. Может, не всем получится сразу, но потом залечить эти раны, а до тех пор будьте с ними терпеливы. И утешьте сознанием того, что они здесь помогают нам сделать наш дом лучше. Вы испытываете злость, ненависть, чувство, что вас предали, по праву. Все должны помнить, что они сделали, но мы должны найти себе силы их простить. Посмотри, сколько у них еды. Наверное, ты говоришь не то, что я думаю. Как многие из вас уже знают, большое стадо ходячих собирается к югу от нас. Мы сделаем их. Давайте, вы нам нужны. Это может подождать до утра. Мы все устали. Давай уже, черт подери. Что не так? Он мне нужен. Мне нужен папа. Я не могу. Он обо мне заботится. Идем, давай. Без папы будешь. Так. Вернется. Он вернется. Когда? Не знаю, но он вернется. Надо ее утешить. Сейчас еще убьют ее еще. Спасибо, Клем. С новым работником рука... Но к нам сегодня, не сомневаюсь, мы продолжим расти. Не подходи никто к забору. Билл видит...
Этого больше недостаточно, чтобы выжить. Мы обязаны сделать эту общину светом надежды. Спасибо, Бонни. Ага. Чтобы нести свет, яркий свет, достаточно яркий, чтобы осветить весь этот мрак. Значит, так и поступим. Ты козёл, достаточно. Лучше отдохните все. Завтра для вас будет нелегкий день. Будете работать изо всех сил. Это для тебя. Да, для кого же еще? Чертов Бив, держит меня на холоде. Но хоть спать буду удобно. Привет, ребята. Реджи. Ля, у Реджи руки нет. Мне так жаль. Так жаль, что они с тобой сделали. Это они отрезали. Все могло быть и хуже, поверь. Не повезло, что я жив. Это я виноват. Нет, это не так. Я бы тебе сказал, если бы это было так. Это случилось гораздо позже, после того, как вы ушли. Реджи нам помог. А что с рукой? Что случилось с его рукой? Не знаю. Мы все бежали вместе. Но затем он упал, а все продолжили бежать. Ясно, кинули. Знаю, что тогда у него было обе руки. Они меня заставляют работать снаружи. Ходячий подкрался ко мне, пока я что-то забивал. К счастью, они быстро отрубили руку, спасли мне жизнь. Это ужасно, мне так жаль. Но я сам решил помочь вам, ребят. Эй, Реджи. О, привет, Трой. Не напортать сейчас. Билл уже готов выкинуть тебя отсюда. Сделай так, чтобы сегодня ночью тут было тихо и спокойно. И я передам Биллу, как ты постарался. Да, можешь на меня рассчитывать? Спасибо, Трой. Это пустяки. Знаешь, вроде бы, с одной стороны, община как-то... Я не знаю даже. Ну, она как... А, верно, знакомьтесь. Мы были с ними, когда нас поймали. Привет, я Реджи. Я Сарита. Это Сарита, а это Кенни. Здрасте. Привет, а ты кто? Да мне не... Нет, не, меня никто, я никто. Не имеет значения. Очень печальный ответ на простой вопрос. Извини, что спросил. Извини, у нее последние дни были тяжелые. Ничего, уверен, у нее просто стресс. Сейчас у всех детей так. Где Карлос? Билл уже отправил его кого-то. Ладно, хорошо. А как же Пит? Кто такой? А, Пит умер. Пита укусили. Может, оставим это на утро? Ля, это... Некоторым придется рано сдавать. Ну как, кто это? Не знаю. Я не узнаю голос. Без проблем, прости. Лё, такой машина прям. Ладно, это мать. Он тот еще жлоб, когда устает. Но, как я уже говорил, он мне жизнь спас, так что я с этим мирюсь. Билл поспал у работы со мной за стену. Мне очень жаль. Хватит извиняться, это был мой выбор. Кроме того, он сказал, что позволит мне снова быть с группой, когда вас всех поймают. Так что я рад, что вы здесь. Ах ты крыса, я просто шучу. А, он шутит, ладно. А почему она одна держится, кстати? Почему она держится сама? Кто? Вон она. А, ну да, точно, ладно, она такая странная. Ее обнаружили, когда она кралась вдоль лагеря, вся в кишках. Ходячий. Наверное, лучше и на нее не смотреть. Знаю, как это должно выглядеть, но тут не так уж и плохо. Реджи, нет, это серьезно. Где еще вы найдете столько еды? Столько, сколько у нас. У нас есть консервы, а теперь еще и в теплицах выращиваем всю же еду. Здание становится все безопаснее. Конечно, в основном труд принудительный, но это исключительно временно. У них даже есть рабочие солнечные панели, когда у вас последний раз было электричество, а? Но мы только с лыжной базы с ветряком, и я с вами не меряюсь. Я хочу сказать только, что не все так плохо, как вы думаете. Ребята, мы тут строим что-то прекрасное. Настоящее у сообщества. Билл над этим работает. Я совершил ошибку, а он меня простил. Я начинаю понимать, что даже это место раньше я не понимал, а после несчастного случая это стало гораздо важнее. Карвер убил моего друга Волтера. Ладно, я не знаю, что случилось, но может, у него были причины. Он убил Алвина тоже.
Послушай, мне осталось совсем немного, чтобы меня опять приняли в группу. Когда это произойдет, будет все гораздо помогать вам, чтобы стало комфортнее. Как ты себе это представляешь? Просто не хочу, чтобы вы все мне испортили. Я очень старался, чтобы достичь нынешнего положения. Пожалуйста, попытайтесь просто не создавать проблем. Хотя бы, чтобы пока не менее... я промолчу. Я не буду обещать. Мы можем, по крайней мере, утром еще об этом поговорить. Давайте спокойно проведем ночь и еще поговорим. Я не могу поверить. Послушай, у Билла были все причины меня убить, когда я вам помог. Это факт. Но он это не сделал. Разумеется, не знаю, что произошло, пока вы здесь не было. Но мне дал еще один шанс, и я как раз... Реджи, мне не нужен еще один шанс. После того, что он сделал с Элвином, я хочу, чтобы он сдох. Мне нужно присесть. Да, ну же, Сара. Можешь пойти поискать ей попить? Ладно. Да, вода есть у лавочек. Это пошло не по плану, хотя нужно было придумать план. Знаешь, да пошел он. Не думаю, что мы можем ему доверять. Конечно, нет. Явно, он только за себя. Он ведет себя странно. Да, если отрубить часть тела, может и такое случится. Ты пойди осмотрись. Мы должны знать, есть ли здесь что-нибудь, с помощью чего мы сможем сбежать. Придется постараться, чтобы сбежать. Ну и что мне искать? Что-то, что они не хотят, чтобы мы знали. Это козел Трой ушел, это наш шанс. Не беспокойся, Ридли, я пойду пока его отвлеку. Смотри. С одной стороны, сообщество вроде бы такое, знаешь... Да заткнись. Сообщество вроде бы такое хорошее, в плане того, что здесь, правда, я думаю, будет безопасно, но типа принудительный труд. С одной стороны... Давай поговорим. С одной стороны, как бы принудительный труд. Привет. Отвали. Ну и пошел нахер, понял? Козел. Статуя рыбы. Может, это возьмем? Острая, со статуей рыбы. Или она же деревянная. Фу, деревянная, каменная. Женщина. Давай женщину послушаем. Бля, прям такая смотрит. Ну, сука, ушла отсюда, тварь. А, короче, вот это вот... Они говорят, надо держаться подальше. Она в кишках сходила через зомбаками. Значит, она умеет выживать. По сути, я бы не сказал, что с ней не надо иметь дело. Это лучше, чем на земле. Нет. Блять, ему прямо принудительный труд, блять. Я посмотрю, что там за принудительный труд, но по сути... Привет, Клем. Ник? Просто думаю о Люке. Просто не может быть, чтобы его не было, чтобы он ушел. Что скажешь? Потому что я его знаю почти 20 лет, и не... Ведь чертов мир... Том, и ты прав, он бы никогда вас не бросил. Ты хочешь сказать нас? Ну да, нас. Наверное, мне надо немного поспать, и тебе бы следовало. Они нас завтра наверняка загоняют. Ладно, спокойной ночи. Полки. Есть что пожрать. На вид шатко. А пожрать? Так что, как бы, вроде труд трудом, но везде труд. Если хочешь сообщество как бы сделать, окей. А другое дело, вот этот дебил, как бы, он... Я не знаю, что они сделали, когда сбежали, но он как бы преследовал их. Дырка в заборе, кстати. Он их преследовал. Значит, они что-то такое прям вот сделали... Нормально, или просто сбежали, хрен знает. Кажется, это место хорошо защищено. Вот видишь, хорошо защищено. Давай отрывать, будет плохо защищено. Насчет Реджи я, конечно... Клем, ну уже, не веди себя так. Она ничего плохого не делает, Реджи, просто расслабься. Как ему расслабиться, если она ходит вокруг и все трогает? Ничего, трогать нельзя доску, что ли? Понравилась мне доска, блядь, потрогать не могу, что ли. Оторву, буду спать с ней.
Этому Реджи я бы, да, не доверял. Он как бы только о своей шкуре заботится в плане того, что он хочет вернуться вот к этой группу. И если ему что-то сказать, то он как бы настучит 100%, чтобы вернуться. Так, это у нас не дергается, да? Окей. Так. Пока ничего не вижу. Ставни. Напоминает мне ювелирный. Клементина, пожалуйста, я же попросил, я не хочу. Эй, какого черта она делает? Ничего, знаешь, дети, они любят не слушать. У тебя было одно дело, Реджи. Это так разочаровывает. Придется рассказать об этом Биллу. Да ладно, пожалуйста. Да ладно, чего ты? Заткни пасть, я тебя не знаю. Папа! Вам всех хана теперь. Билл, тебе все это... Трой, пожалуйста. Да пошел ты, Реджи, у тебя... Снимет пару баллов, устраивайся, козел. Он пытался помочь, она просто ребенок. Никто с тобой не разговаривает, мадам индианка. Эй, ничего, я индианка. Всем спать. Бля, какой, сука, охеревший. Некоторые из этих людей совсем не стремятся уйти. Мы сами должны решить, как выбраться. Ты готова? Ну, как бы, конечно. Я готова, конечно же. Хорошо, хорошо. Доверие — это хорошо. Нужно иметь правильный подход. Поспи. Нам она понадобится. А Кенни как бы нестабильный элемент в прошлом сезоне был, но сейчас он как бы дело говорит. С одной стороны, мы не знаем это общество, и почему мы должны в нем сидеть, если там, в принципе, отвернулись, да, их общество, там что-то, мы тут при чем? Нам надо выбираться, как бы. Еще он пихает меня, сука, ногой. Я тебя ногу в жопу засуну. Не пинай меня, говно. Не пикинай меня. Это грубо. Вставай. Билл хочет с тобой поговорить. А я-то что? Бля, все со мной хоть... А ты чё под это? Она под шконкой спит. Прикинь. Не на кровати. Ой, это опять сейчас будет пиздеть. Опять сейчас у меня горло будет. Она, да? Ходячие все активнее вокруг забора. Помните об этом, когда будете снаружи. Сегодня у тебя стадо приблизилось. Но это еще не значит, что они пойдут на нас. Что мы внимательно следим за ситуацией. А теперь... Некоторые могут быть обижены на то, что произошло. Как все... Но это все в прошлом. Да? Некоторые из вас новенькие в нашем сообществе. Некоторые из вас наши товарищи, сбившиеся с пути. Но знайте, здесь вы найдете искупление, прощение, доказав свою ценность упорным трудом. А ты почему не трудишься, козел, а? Ну, я вот вчера Рейджи оступился, но это не значит, что ему стоит доверять надежде. Сегодня испытанием, поэтому все пожелаем ему удачи. Как спалось? Бляха. Я так устала. Я так... Бляха, что ей ответить? Просто не отвечать? Я тут подумал, хорошо бы наконец... Карлос! Да? Похоже, твою дочь надо проучить. Извини, я... Сара. Извинись перед мистером Карвером. Простите, простите меня, сэр. Нет, нет, так не пойдет. Я не могу допустить такое поведение в первый же день исправления. Сейчас же. Ее накажи, Карлос. Ну как я могу? Достаточно ее хорошенько дать по губам. В следующий раз она подумает дважды, прежде чем раскрывать рот. Давай, мы подождем. Не, ну ты охерел. Но с такой рукой я не уверен, что смогу. Ну, из тебя же есть две руки, Карлос. Пойдем, и не как-нибудь слабенько, ясно? Маш как следует. Иначе, за тебя это сделает Трой. Вряд ли ты этого хочешь. Он может перестараться. Так, кажется, говорят. Если это значение, что я из нее все дерьмо выбью, то да.
Это я виноват. Это я виноват. Эй, с тобой никто не разговаривает. Если не хочешь, чтобы тебя перепало, лучше умолкни. Слышишь ты, говно? Ё, тут у меня бесит, калит. Я ж тебя убью, козёл. Прям калит он меня. Извини, папа, мне очень жаль. Закрой глаза, милая. Больно будет совсем недолго. Ага. И чё? Делай. Нихера он ей влепил. А чё так ж... Ты мог бы помягче как бы. Чё так жёстко она ж слетела. Прости, Сара. Стой, ты не будешь больше... Нет, кстати, пусть посидит и подумает о своем поведении. Трой, отведи Карлоса на его место. Все остальные получат задание. Пора за работу. Чёрт, да ты сам из него дерьмо выбил, док. Все на работу. В натуре жестко ей влепил прям. Ты будешь работать в оружейной, за мной. А, давай, давай. В оружейной давай. Поднимайте грунт. Черт, это все побери. О, черт. Клементина. А как вы узнали мое имя? Я никому не говорил его. Кто проболтался? Кому в жопу затычку вставить, чтобы больше ни с одних щелей моего имени не вышло? Заходи, Бонни ждет. Вот она, блядь, тварь. Вот надо же быть такой говниной, которая взяла... Привет, похоже, день ты начинаешь со мной. Будем заряжать магазины. А пистолеты чистить будем? Я как бы могу почистить пистолет. Вот так, правильно. Бля, ну она тоже работает, кстати, хотя она типа вот такая. Пожалуй, я должна перед тобой извиниться. Я вела себя неискренне, когда столкнулась с вами у лыжной базы. И ко мне отнеслись с такой добротой. Кажется, я не ожидал от такой группы незнакомых людей. Но погибли люди, и я не могу не чувствовать себя виноватой. Ну ты виновата. Я искренне, что намерение было... Ты действительно виновата. На нас их вывела ты. Если бы я могла что-то изменить, я бы так и сделала, честно. И сейчас я должна тебя поверить. А тебе я знаю только то, что ты врунья. Понимаю, ты на меня злишься, и у тебя есть на это все основания. Но я хотела тебе сказать, что сожалею о том, что в этом участвовала. Прошу меня извинить. Это мало что значит, но это все, что я могу сейчас сделать. Не, ну она по факту сказала. Как прошла первая ночь во дворе? Знаю, было не мучно. Ну как бы, в смысле, как первая ночь в тюрьме? Это не тюрьма, а скорее освобождение из-под стражи на время работ. А разве в тюрьме такого не было? Я, наверное, не знаю, никогда в тюрьме не была. А я была, видишь, десятую ходку сделала, только вернулась. Никому не говори, старайся казаться крутой. Я должна была уйти, когда уходил Люк, Карлос и остальные, и тоже планировала уйти. Но, когда Люк мне это предложил, подумала, что он с ума сошел. В смысле, здесь мы в безопасности, у нас есть электричество, есть еда. Почему же тогда? В смысле, не ушла? Если сказать честно, наверное, я струсила. Оправдание того, что не пошла, я говорила, что проще попытаться что-то исправить, чем начинать заново. Ну, убили бы Карвера и... Взять эту ситуацию со стадом. Такие вещи и приводят к распаду коллектива. Он за всем следит, он много чего продумал. Не знаю, наверное, просто хотел какое-то время пожить в комфорте. Что изменилось? Не знаю, я сама это пытаюсь выяснить. В смысле, кормить и защищать такую большую группу нелегко. Я его положению не завидую. Думаю, от такого любой будет напряжение. Да нет, он просто козел. Я не защищаю его поступки, это... Благодаря ему я жива, это просто факт. Ты его уважаешь. Похоже, ты его очень уважаешь. Не то чтобы. Я просто ему сочувствую, хотя ему самому порой сочувствие дается нелегко. У Люка была идея насчет того, как все должно быть, но его противоречили тому, что думал Билл. Он столкнулись лбами, потом подключилась Ребекка и стало только хуже. Пожалуй, Люк был прав насчет него. Жаль, что его нет рядом, но... Наверное, только что он в безопасности.
Эй, Бонни, та девочка там внизу? Мне ее забрать надо. Да, она здесь. Ладно, сейчас приду. Уверена, все хорошо. О, чуть не забыла. Вот, тебе взяла. Кого? Что это? А, что скажешь? Блять, ну наша мужская. Я ее нашел на нужной базе, где вы жили. А, но я ничего не буду отвечать. Будь осторожна, думаю, на дусу те, кто позавидует такой классной куртке, как у тебя. А, вот ты где. Что за дурацкая куртка? Тавия. Что? Неважно, еще увидимся, Клементина. Ты на свою куртку погляди, ты! Иди, дурацкая. Если мне надели, какая разница? Давай за мной, зато мне тепло, понятно? Ну посмотри на свои обосранные штаны, почему ты в таких ходишь? Сука, еще будет меня оскорблять и мои вещи. Так, что такое? Побудь здесь минуту, я свяжусь и узнаю, что ты будешь заниматься. Ничего не трогай. А зачем ты меня взяла, если ты не знаешь, чем я буду заниматься? Бля, это ноет. Ну ей по щам дали, понятное дело, и унес как бы стресс, hey. Ведь она вот такая вся бабочки, пони. Давай обниму. Хочешь, обниму? Okay. Well, ладно, ну тогда буду должна тебя обнимашки. Ты не будешь ожидать, а я просто подкрутусь, когда ты не будешь ждать. Папа никогда раньше меня не бил. Да это не он ударил. Ты что, не понимаешь, что ли? Трой бы ударил гораздо хуже. Твоему отцу пришлось. Карвер его заставил. В определенном смысле тебя ударил Карвер, а не отец. Он не хотел этого делать, Сара. Карвер его заставил. Он плохой, а не твой отец. Наверное, да. Ну, значит, Карвер очень сильно меня ударил, потому что болит ужасно. Ну, то, что... Ну, да, именно так. Он ударил хорошенько так. Спасибо, что пыталась помочь. Не знаю, зачем кому-то быть таким злым? Я даже, когда очень злюсь, не хочу никому сделать больно. Ну, такой мир, как бы. Ну, как бы... Сейчас зомби-апокалипсис и все плохие черты людей, они выходят наружу. Да, я понял. Реджи здесь всем заправляет. Ясно, внимательно его слушай. А? Без проблем, Тавия. Ладно, мы должны сделать все как надо. Лагерь на нас рассчитывает. Давайте я покажу, что делать. Это очень просто. О, и чтобы ты была в курсе, Билл накричал на себя утром за то, что вы делали вчера. Я не злюсь, но прошу, пожалуйста, слушайся меня сегодня. Я с этим человеком постоянно по тончайшему льду хожу. Возьмите ножницы. Взял. Возьми ножницы. Взяла. Ладно, знаешь, мы собираем эти ягоды, ясно? Просто собирайте их и складывайте в корзинки. Все просто. Если вы видите при этом сухие веточки, берите ножницы, обрезайте их, аккуратно складывайте, они пойдут на удобрение. Ясно? Бля, прям у них все по полочкам, ничего не выкидывается. Вот веточки как бы состригаются и идут на удобрение. А с ней все будет в порядке? Ну, как бы, потому что то, что случилось внизу, это была хрень какая-то. Не хочу, чтобы она начала из-за... Да ты гамдо. Я не позабочусь, тебе не стоит волноваться. Хорошо, хорошо. Потому что я в этом совсем не шарю. Послушай, Билл на меня зол с тех пор, как я помог этим ребятам сбежать. Так что мне нужно вернуться к работе. Ты что сделал? Дурачок? Это было грубо. Больше так не сделаю. Сейчас я возвращаюсь к работе. Взял меня, похлопал по голове. Себе похлопай. Блять, давай, что ты стоишь? Ты что, не понимаешь, как делать? Сейчас мне пиздюлей за тебя ставят. Подумаешь, влепил. Влепил, да. Давай-то, поможем. А то сейчас ей еще влепят, будет ныть, ходить. Эй. Ля, у нее там красная. Смотри, как мне внес ей в пачку. Вот так берешь, делаешь, да. Все,
Так ты ж полностью его обрезала-то, а? Hard, это не так уж и трудно, Сара. Знаю, просто я боюсь, что сделаю... даже если сделаешь, мир не рухнет. Просто работай. О, черт. О, нет. Ты ничего не сделала, Клем. Заглянул на минутку посмотреть, как работают новые девочки. Реджи. Да, Билл, привет. Какого черта тут случилось? Послушай, Билл, они новенькие, а моя рука... Это не так-то просто, я просто... У меня... Заткнись нафиг. Надеюсь, ты все объяснишь. Уже вышло. Билл, пожалуйста, просто... Кажется, ты собираешься оправдываться. Как бы это, мы все сделаем. Я не буду влезать, а то опять в пачку получу. Время вышло, Реджи. У тебя было задание, а ты его не выполнил. Мы об этом говорили, Редж. Так ведь? Но ты ничего не понял, да? Чего не понял? Я... Девочки, а подождите-ка снаружи. Реджи и я поговорим чуток. Я не понял, мы что, за секунду должны это все сделать? Спасибо за помощь, девочки. Да не за что. Не за что. Ну, подумай. Помогли. И мы за секунду это не должны сделать. Кто такое, Сара? Все. У Сары крыша едет потихоньку. Ударили ее. Поглядите. Ты в порядке? Бляха-муха. Нет, пожалуйста, Билл, нет, пожалуйста. Ля, идиот, что творит. Слабость. Некоторые из-за этого мы рискуем жизнью. Такое нельзя. В следующий раз, когда тебя о чем-то попросят. А, типа подумай в следующий раз. Спускайтесь, у Бонни есть для вас работа. Вперед! Так. Бля, ну он как бы к ней вот так подошел, типа, ну. Вроде не бил ничего. Не знаю, что они там, что он там будет делать ей. О, привет. Они хотят, чтобы ты кое-что отнесла рабочим. Заняться расширением территории. Все очень просто, отнеси им все это. Куртка хороша, посмотрится. Не знаю, что там Тавия говорила. Ну, говно. Что случилось? Да, Реджи. Реджи мертв. Что? Ты о чем? Его Карвер убил. С крыши столкнул. Может, это просто несчастный случай? Да, блядь. Споткнулся. Об руку Карвера. Послушай, отнеси все это рабочим и сразу возвращайся. Только будь осторожна, хорошо? Сейчас не время привлекать к себе внимание. Пойду узнаю, что с ней случилось. Короче, с ней надо дружить? Она слабое звено самое. Эй, Трой, Клем отнесет рабочим гвозди. Хорошо. Давай. Она самое слабое звено, ее можно как-то использовать, чтобы выбраться. Или узнать хотя бы информацию. Эй, это твоя забота. Отнеси барахло рабочим, иди вдоль кабелей. Вдоль тебя, что ли, кабель? Блин, у меня губы... Поискусал, короче, все губы себе. Нервничаю сильно в последнее время. Там, не знаю, фильм смотрю, грызу губы. Сейчас болит, и вот это вот они разодраны, и хочется дальше дереть, короче, жевать. Прям борюсь об этом. Я никого и шачь не буду. Нахрен, ты сами этим колонн занимаешься, раз это так важно. Лап от меня, ты на меня этой фигней страдаешь. Я сказал, лапы убери. Или что, настучишь на меня? Я тебе помочь хочу. Да ладно. Да велика помощь, ты лучше о себе подумай. Кенни, успокойся. Я бы и хотел, Клем, но этот сукин сын постоянно мое терпение испытывает. Я только хочу работу закончить и... Блин, найди тебя, молодцы. Красавцы. Вот это защита, я прям говорю. Снаружи надо бить. Бей! Сильнее. Еще, по голове стучим.
Стучи головой, по голове ему стучи. Так, блядь, давай, хоть что-то сделай, что ты стоишь-то? Чтобы бежать. Давай, а он как туда лезет? Там штонка. Ясно, все. Ну, конец, понятно. Кью. Давай, кью, нажимай. Е. На. Да вы-то что делаете? Почему я одна справляюсь со всеми? Так, бери кувалду и давай херачить. На. А чё одна? А ты чё выкинула-то её? Ну всё ясно, всё, сейчас убьют. А в смысле? А что я не так сделал? Так, подождите. Что я не так сделал? А, мне надо было вот так вот. На! Бежать. А я не успел нажать бежать, да, походу? Бери что-нибудь. Бери, да бери ты уже что-нибудь. Бля, как ты успела уже взять и в каком-то шнуре запутаться? Давай, кью. Как она успела уже так обшнуроваться? Я не понимаю этого. Да давай же ты уже. Нажимаем. Сейчас палец отсохнет у меня. Кто? А, этот. Окей. Вставай, давай вылезай. Тебе еще задницу твою спасать, господи. Слава богу, ты цела. Ладно, хватит нюни распускать. Быстро возвращайся к зданию. Там тебя точно работенку найдут. Быстро! Я тут что, шутки шучу? А я тут сиди и вас, уродов, нянчи. Не можете просто дыру залатать без насмотрщика с кнутом. Ты что такой пиздодельный? Ага, все. А продолжим мы в следующей серии. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.